Всем привет, дорогие друзья! Перед началом обзора хочу попросить вас, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал, на ВК-видео, на Рутюб. Все эти ссылочки будут внизу в описании, потому что кому неудобно в Ютубе смотреть, по ссылочкам снизу можно, в принципе, пройти там и посмотреть этот обзор, если у вас там без VPN не работает, если еще что-то. Сейчас Ютуб глушат, вообще непонятно, какая дальнейшая судьба в прогнозируемом будущем будет у него в России. А на этих площадках будет все работать, друзья. Так что переходим к обзору. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами разберем интересную колясочку от компании Pitusa. Моделька называется Emma. Чем интересна эта коляска, друзья? Я вот частенько говорю про коляски, в которых действительно это так, что у них хорошее соотношение цена-качество. И часто говорю, что, наверное, это самое лучшее. Но чем больше выходит новинок, тем больше и лучше предложений в этом сегменте получается. И Emma, друзья, вот я не буду здесь называть цену, по ссылке в описании пройдите, посмотрите. Это колясочка, которая... Это прогулочная коляска, всесезонная коляска, которая нам дает за очень мало денег, очень много коляски, достаточно хорошего качества, с хорошей комплектацией, вот за мало денег, друзья. Вот Pitusa как-то не умудрились это сделать. И тем интереснее разобраться, что это за зверь такой. Опять же, я сейчас буду называть характеристики, друзья, они не все идеальны, но давайте вы пройдете, посмотрите цену, вернетесь и будете смотреть на эту коляску через ее цену, и учитывая, что это очень хороший бренд. Это Испания, если что, друзья. Вес с сиденьем 11,3 килограмма. Она не легкая ни разу, это такой средний вес книжек, колясочек на круглый год. Скажем так, они в среднем от 8 до 12 килограмм. И это вот близко к максимальному весу. Но, опять же, смотрим через цену, ничего страшного. Наклон 110-170 градусов. Очень хороший диапазон. Производитель заявляет, что с 7 месяцев до 22 килограмм веса ребенка можно катать колясочку. И у нее колесная база 57 сантиметров. То есть, друзья, вы везде спокойно проедете, в любые лифты. В комплекте подстаканник, антимоскитная сетка, фирменный дождевик, накидка на ножки. Друзья, цена и то, что я сейчас назвал, уже вещи несовместимые. Поэтому вот и тем интересна эта колясочка. Ну, они молодцы, действительно антикризисное предложение. Так, изучаем. Сверху вниз начнем, друзья. Ручка у нас регулируется в широком диапазоне. Обита эко-кожей за эти деньги. Вот этот подстаканник родной, оригинальный, в штатное место крепится. Это лучше всего, чем всякий универсальный с другими креплениями крупными. Все четенько, друзья. У нас есть смотровое окошечко. Это крышечка на окошечке. Держится магнитиком. За эти деньги... Так, здесь у нас, видите, все закрыто, с сеточкой, пленочкой, капать туда не будет. Вот эта секция, друзья, дополнительная, она открывается и закрывается. Если не нужна, сможете уменьшить козырек, закрыв ее на замочек. Ткани, друзья, как хорошая такая спецовка, спецодежда, знаете, для стройки. Не в том плане, что она какая-то дешевая, а в том плане, что она очень крепкая, друзья. Ткань хорошая, приятная, в этом плане все хорошо. И она с защитой от ультрафиолета по стандарту UPF 50+, друзья. Очень неплохо. Смотрите, насчет сидушечки сиденья. Что у нас здесь? Очень высокое сиденье, широкое сиденье, мягенькое, мягкими накладками на плечевой зоне, мягкой накладочкой. Точнее говоря, здесь как бы не мягкая накладка, а тканевая накладка на паховой зоне. Есть перемычка, друзья, что редкость. И также бампер, обитый у нас тоже эко-кожей, откидывается у нас в сторонку и убирается вниз для удобной посадочки. Отлично просто, друзья. Очень глубокое сиденье. Здесь у нас прорезинено, чтобы ребеночек, если запачкает, легко было за этим всем ухаживать. Плюс у нас есть хорошая ступенечка для ребенка. Пока что минус — это только
вес. Но и то будет более легче проходить по сугробам с таким весом. Носить вы ее все равно на горбу не будете. Сложили да убрали. Пока это фигня, это не минус. За такие деньги, камон. Дальше. Давайте теперь посмотрим, как у нас регулируется спинка. Что у нас здесь за механизм? А здесь у нас, друзья, не тросики, а вот такой вот механизм. Обалденно. Дальше у нас есть возможность отстегнуть и вот так вот проветривать. Хорошо? Хорошо. Также у нас есть кармашек. Прекрасно просто, друзья. За эти деньги. Великолепно. В комплекте вот она, накидочка на ножке, друзья. Очень толстая, которая открывается для удобной посадки ребенка, как книжечка в сторону. Это обалденно. И она все толстенькая, водонепроницаемая. Естественно, ветер тоже не проникает. И она очень утепленная, такая накидочка на ножке. Как по мне, великолепно. Так, давайте теперь посмотрим с вами на, собственно, на раму, на багажник и на все, что снизу. Что у нас здесь, друзья? Мы имеем большого диаметра резиновые колеса с амортизацией спереди и с амортизацией сзади. И спереди колеса, естественно, можно фиксировать, чтобы они не поворачивались, если вдруг вам это нужно. Достаточный клиренс для наших дорог. Сильная сторона. Очень большой, глубокий багажник. Здесь реально дофига чего можно напихать. Арбуз поместится, если вы его вот в эту щелку засунете. Я про то, что можно и мячики, ведерочки, лопатки. Все сюда спокойно накидали. Размер багажника прекрасный. И он еще с пластинами в основании багажника. Такое своего рода жесткое дно. Вот. Тормоз, друзья, ставим сверху, снимаем сверху. Подошвы портить ничего не, ну, точнее говоря, верхнюю часть обуви портить не будете. Все подошвой делается. Здорово, здорово, друзья. Теперь давайте разбираться, как она складывается. Пытаемся сложить. Для этого нам что нужно? На ручке есть кнопочка, которую оттягиваем влево и нажимаем снизу большую. И, собственно, опускаем. Все. В принципе, вполне себе достаточно компактная конструкция. Да, абсолютно, вполне себе типичная книжечка, складывающаяся на две части пополам. И хочу заметить, все крепежи, все стыки, они не пластиковые, а металлические. Это очень хорошо для надежности всей конструкции. Частенько встречаются стыки рамы пластиковые. Это очень плохо, это не жизнеспособная история, и живут такие конструкции недолго и с большой вероятностью, что поломаются. А здесь в этом бюджете металлические. Собственно, друзья, добавить мне больше нечего, все свои эмоции я передал. А то, что соотношение цена-качество тут просто какое-то уникальное. Я не знаю, встречу ли я еще на своем пути еще более выгодное цена-качество предложение на рынке среди прогулок. Может быть, я уже ничему не удивлюсь, но пока что это фаворит в этом деле. Собственно, ладно, вопросы остались, пишите в комментарии, они открыты, там с вами пообщаемся. Ну, вам хорошего грамотного выбора, всем удачи, пока.